программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Разыскивали в соцсетях, показали в федеральных СМИ. Барнаулец прославился за избиение инвалида, который сделал ему замечание. Трагедия в Турции. Стало известно, пострадали ли в теракте жители Алтайского края. Аллергия, одышка. Жители Новоалтайска жалуются на качество воды, точнее грязной жижи. Барнаульские туристы не пострадали от взрыва, который произошел в Стамбуле. Днем 13 ноября на одной из популярных улиц турецкой столицы прогремел взрыв. В результате шестеро человек погибли, 81 пострадал. Барнаулец рассказал изданию «Амител», что в момент теракта, а именно так взрыв оценивают власти Турции, он выходил из магазина. Тогда услышал громкий хлопок, после чего люди начали в панике разбегаться в разные стороны. Очень быстро на место происшествия приехали скорая и полиция, район оцепили. В российском генконсульстве заявили, что им не поступала информация о пострадавших гражданах России. Президент Алтайской региональной ассоциации туризма Евгения Беспалова пояснила нам, что сейчас в Турции находится минимальное число российских и, в частности, алтайских путешественников. Туров в Стамбул практически нет, не сезон. Кроме того, Стамбул сейчас больше используют, скорее, как пересадочный пункт. К другой теме. Больше 20 ДТП за минувшие выходные зафиксировали на дорогах края. Первая метель, перепад плюса и минуса, гололед. Машины улетали в кювет и не обошлось без столкновений. Некоторые ДТП стали смертельными. Слово передаю моим коллегам. Смертельная авария перед Бийском. Водитель иномарки выехал на встречную полосу и столкнулся с КАМАЗом. По словам очевидцев, грузовик тащил авто еще 30 метров после столкновения. От легковушки почти ничего не осталось. Еще одна смертельная авария произошла в Заринском районе. 73-летний водитель на легковом авто выскочил на встречку и столкнулся с газелью. Водитель газели госпитализирован, а водитель легкового авто и его пожилой пассажир погибли. Ситуацию усугубляет состояние дорог. Вот, к примеру, трасса Алтай-Кузбасс. Слой снежной корки 5-10 сантиметров, а местами не видно край обочины и разделительную линию, жалуются водители в соцсетях. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, кошмар какой. Неподалеку от научного городка автомобилист без прав спровоцировал лобовое столкновение. Оба водителя госпитализированы. Самыми опасными в эти выходные стали трассы на Бийск, Заринск, Косихинский район и Ганбинский тракт. Но не обошлось без происшествий и в краевой столице. На улице Цеховая водитель сбил пожилую женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Ее госпитализировали. На проспекте Калинина грузовик врезался в бетонный забор. А на пересечении этой магистрали с улицы Ткацкая легковой автомобиль врезался в столб. Столб наклонился, позже грузовик, проезжая мимо, зацепил провода и повалил столб окончательно. В краевом ГИБДД уже собрали статистику происшествий. С пятницы по воскресенье включительно произошло 22 дорожно-транспортных происшествия, 4 погибло, 26 ранены. Из них... Из 22 ДТП 6 произошло в городе Барнауле, 6 на федеральных автодорогах и 10 ДТП на региональных автодорогах. С материальным ущербом зарегистрировано 141 ДТП. В социальных сетях водители все чаще обращают внимание на опасное состояние трасс нашего края. Речь идет о снеге и гололеде. А тем временем погода не успокаивается. На эту неделю прогнозируют мокрый снег и ветер с порывами до 100 км в час. Хорошо готовьтесь к дальним поездкам и учитывайте погодные условия. Мария Мацаева, Андрей Печоркин. День с толком. А дорожники Барнаула теперь работают по полной. В минувшие выходные рабочие очищали улицы от снега, посыпали их песчано-соляной смесью. Учреждение в этот зимний период располагает 248 единицами техники. 28 единиц у нас находится на консервации. При необходимости мы их выведем. Вся техника подготовлена. Готовы у нас также и 7 снегоотвалов для приемки снега. На границе тепла и холода главной задачей дорожников было не допустить образования гололедицы. Прежде всего, рабочие освобождали от снега обочины объездных путей, которые сейчас испытывают большую нагрузку из-за ремонта моста на Новом рынке. Речь идет о проспектах Строителей, Калинина, Красноармейском, улицах Цеховая, Советской армии,
Кроме того, снег вывезли с проспекта Космонавтов от Малахова до Попова. В мэрии призывают автомобилистов с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники и быть особенно внимательными на дорогах. Избить за замечание. Такая ситуация произошла в Барнауле в эти выходные. Жителю краевой столицы не понравилось, что мужчина сделал ему замечание за грубое отношение к его же сыну. Словесная перепалка переросла в избиение. История, которая сейчас облетела федеральные СМИ. Дмитрий Дроздов пообщался с потерпевшим. Вечер выходного, 19:30, магазин «Первомайский». Здесь неравнодушие барнаульца обернулось против него же. Мужчину избили и избили с жестокостью. И за всем этим наблюдал маленький ребенок. Горожане активно обсуждают этот инцидент, который произошел на этом месте. Когда один мужчина вступился за ребенка, на которого кричал предположительно его отец, и пострадал от его агрессии. У мужа была первая мысль, что это, возможно, ребенок что-то стащил. И, ну, как бы, все знаем по роликам из интернета, что продавцы любят воспитывать детей. Но все оказалось намного хуже. Александр, велосипедист, услышал, как житель краевой столицы кричал на ребенка и остановился узнать, кем он приходится мальчику. Оказалось, отцом. Папу вывела из себя просьба купить мороженого, рассказывает Алина. Вот Александр отъезжает в сторону. Он решил вызвать полицию. Но мужчину уже разозлило такое беспокойство незнакомца. Словесное нападение переросло в физическое. Среагировать велосипедист не мог. На одной ноге у него протез. Движения скованы. В итоге Александра жестоко избивали на глазах у мальчика и прохожих. Гематомы не просто как бы синячок, а внутренние гематомы, где кровоизлияние прошло внутрь. То есть нам в больнице сказали, что они просто так не пройдут. Нужно обратиться к хирургу для физиолечения. Если это не поможет, то это будут вскрывать. Также у нас проблемы с глазом, глаз затек. Происшествие разлетелось по сети. Одни подбадривают Александра и даже хотят собрать деньги ему на протез, чем смущает мужчину. Другие уверены, прошел бы мимо, не пострадал бы. Мы сами имеем 9-летнего ребенка, муж с трепетом относится. То есть у нас в доме не позволено такого. Как можно было пройти домой, то есть видеть, что ребенок орет, прийти и лечь спать. То есть, а потом в новостях какие-нибудь страсти увидеть. То есть, я не знаю, нормальный человек бы никогда не прошел. Не только мой муж, то есть... Он не считает это героическим или как-то еще, то есть это в порядке вещей. В последнее время мы все чаще слышим, детские преступления можно было предотвратить, если бы прохожие банально обратили внимание на плачущего ребенка или ребенка, которого тащат. С этой точки зрения пострадавший барнаулец все сделал правильно. То, чем обернется его неравнодушие, он не мог предположить. Но готовы ли остальные отреагировать на подобное? Я попросил повежливо, все-таки ребенок, зачем ругаться, все-таки лучше остановиться. Я не уверен, что я бы физически как-то повлиял на это, но попросил бы остановиться, может, привлек бы кого-нибудь со стороны, чтобы не один был. Начал бы кричать, и, не знаю, может быть, подошел бы. Ну, в такой ситуации, орет, ну, то, понятное дело, нам помочь. Но в этой истории даже оттащить напавшего прохожие кинулись не сразу. Поговорить с Александром не удалось. Такое внимание он считает излишним. Наказать виновника – идея его супруги. Алина сама методом перебора квартир в том районе нашла мужчину, избившего ее мужа. В ходе проверочных мероприятий следователям Следственного комитета предстоит выяснить обстоятельства, изложенные в материале средства массовой информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Если просто побои, не причинившие вред здоровью, статья 116, там много альтернативных видов наказания, начиная от штрафов, исправительных работ, возможно, там причинение вреда средней тяжести, там до 3 лет лишения свободы. Если действительно серьезные повреждения по признакам опасных для жизни и здоровья человека, статья 111, часть 1, например, она до 8 лет лишения свободы предусматривает. Проверка правоохранителей займет месяц. По словам семьи Александра, к делу подключились и органы опеки. Они проверят семью нападавшего. Сам же Александр, со слов его супруги, не падает духом и даже уже готов выйти на работу. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. Жители Новоалтайска возмущены ржавой водой из-под крана. Несколько недель назад наш телеканал уже рассказывал о грязной воде в квартирах горожан. После репортажа в редакцию обратились жители других многоэтажек и даже частных домов. У всех одна проблема – отсутствие качественной воды. Валентина Аскерова разбиралась, в чем причина загрязнения и можно ли решить проблему.
вот эти фильтра мы чистим каждую неделю, можно сказать. Вот что мы набираем. Если я такую воду, я думаю, если жильцам показать, они ее пить не будут. И то, что пить, но и мыться, наверное, есть страшно. Желание попить чаек пропадает сразу, как только видишь, в каком состоянии вода. Рум-тур по котельне для нашего телеканала провело одно из новоалтайских ТСЖ. Показать, что пьют горожане. Фильтры уже не спасают. И это при том, что чистят их каждую неделю. От плохого качества воды страдают и жители многоэтажек, и жители частного сектора. Меняешь ненадолго. Она забивается сразу, и вся вода опять проходит через вот эту субстанцию. То есть она постоянно желтая. Обычный чайник. Всегда воду кипятим. Вот посмотрите, какая у нас тут. Вот это просто мы кипятим воду. То есть у нас питьевая вода, которая бежит из крана, она абсолютно не предназначена для питья. Большая примесь и ржавчины, и запаха. Воду покупаем бутилированную. Другому никак. А сколько тратите на ежемесячно на воду? Явно ее покупаете. Ну, одна бутылка в пределах 60 рублей, 120, если это, то в пределах 3-4 тысяч на воду мы тратим. Плюсом еще 500-800 по квитанции за воду, питьевую. Кстати, в конце октября наш телеканал уже рассказывал о ржавой воде в районе Новоалтайского микрорайона «Стройка». Тогда люди говорили не только о косметическом дефекте воды, но и о потенциально опасных свойствах. У одного ребенка, даже вот соседка рассказала, не могли понять, на что аллергия, а он из-под крана воду пьет. И нашли, что вода, ну куда-то образцы воды увозили в Новосибирск, то есть как бы примеси. А аллергия в чем проявлялась? Не ну, знаете? Сыпь, да, у ребенка сыпь, и плюс говорит, что отдышка. Директор Новоалтайского водоканала пояснил, что воду Новоалтайск берет не из реки, а из-под земли. Отсюда и повышенное содержание солей железа и солей марганца. Соли железа. Соли, железо и все. Да, вот самые такие да. Показатели, которые... Остальные, новоалтайская вода, она прекрасная. Мы пьем из-под крана. А можно такую воду с превышением железа пить? Насколько это безопасно? Ну, она на грани, я еще раз повторю. То есть она, если даже и превышение, то это чуть-чуть. Вот. Но есть, если есть желание, значит, люди устанавливают фильтра. На грязную воду в квартирах влияние оказывают и внутридомовые сети. Это уже вотчина УК и ТСЖ, поясняют в водоканале. Сейчас администрация города выясняет, какое звено не справляется с работой. Когда мы установим, на чьей границе балансовой принадлежности произошел вот этот залповый сброс некачественной воды, мы можем установить тогда организацию, которая за это отвечает, и, соответственно, принять какие-то реально действующие меры, чтобы люди, наши жители, не сталкивались с таким фактом, как грязная вода в кране. Власти также поясняют, что грязная вода в кране не носит системный характер. Однако проблема реально существует. И решить ее сможет строительство нового водозабора с современными системами очистки. Насколько реально его построить и что делать жителям, которые год от года страдают от грязной питьевой жижи, расскажем завтра на нашем телеканале в программе «Коммунальный патруль». Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Строгая и талантливая преподаватель детской школы искусств номер 1 Юлия Наумова в этом году стала народным мастером края. Конкуренцию ей составили 12 человек, народными назвали троих. Почему Юлия оказалась в числе победителей и что дает это звание, расскажет Юлия Щепина. Юлия Наумова – носитель редкой и древней техники создания мозаики из шпона марки 3. Познакомилась с ней 10 лет назад на мастер-классе яркого представителя этого ремесла Валерия Улеева. Вдохновилась и теперь занимается не только авторскими работами, но и делится опытом со своими учениками. Техника весьма сложная, требует много времени и состоит из двух процессов. Первый творческий – это создать мозаику, сделать набор. Ну вот маркетристы говорят «рубашка», то есть выглядит она таким образом. Это одна сторона, это другая. Вот как раз-таки на этой стороне лента, которая склеивает эти кусочки материала шпона в единое целое полотно. Второй процесс – это оформить эту работу, то есть наклеить на основу, заторцевать, потом отшкурить, снять ленту и покрыть лаком. Иногда работа значительно меняется в цветовой гамме после того, как покрывается лаком. Становится ярче, сочнее, появляются контрасты, которые не всегда уместны. Но в этом и заключается мастерство художника.
Юлия говорит, нашла свое призвание и в одинаковой мере получает удовольствие и от своего творчества, и от преподавания. Она даже строго, но мне это нравится, потому что как бы учитель должен научить ребенка. К слову, Юлия в начале года представила персональную выставку «Продолжая жизнь дерева» и продемонстрировала свои работы на краевой, Алтай-мастеровой. Именно в ее рамках и отбирают претендентов на звание «Народный мастер». Нынче претендентов было 12. Обязывает вас к чему-то это звание почетное? Безусловно, конечно, это определенная ответственность, которая, конечно, требует и усиленной работы, и участия в мероприятиях, и в выставках, выставочной деятельности, ну и также передача своего опыта подрастающему поколению. Напомним, звание «Народный» получают лишь те мастера, кто не менее 5 лет работает на территории Алтайского края. Жюри оценивает художественный уровень их изделий, сочетание народных традиций и творческой индивидуальности, участие в краевых мероприятиях. Всего с 2010 года звание «Народный мастер» были удостоены 37 творцов Алтайского края. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. На подъеме так алтайских спортсменов оценили на соревнованиях по греко-римской борьбе. Барнаул принимал состязания всероссийского уровня, и наши парни подтверждали высокую оценку, забирая бронзу, серебро и золото. Дмитрий Дроздов продолжит. Нет, стены Олимпийского резерва не трещали по швам, хотя на ковре сошлись тяжеловесы на 41-м всероссийском турнире памяти заслуженного тренера Анатолия Кишицкого 150 спортсменов. Кандидаты в мастера спорта, мастера спорта или международники. Одним словом, в Барнауле самый топ. Можно отметить яркую борьбу, значит, алтайских борцов. Ну и что сказать, что, значит, сейчас алтайская борьба на подъеме, и эти соревнования дают еще раз убедиться, значит, в силе алтайских борцов. Алтайские борцы поднимались на пьедестал за золотом, серебром или бронзой. Один из победителей – Максим Наючихин. Его соперник по главному поединку получил травму и не смог выйти на ковер. Полуфинальная схватка против одноклубника стала в итоге финальной. Функционально я знал, что я готов гораздо лучше, так как тренируюсь больше. И расчет был на второй период, что я смогу добиться партера и сделать оценку действия в партере. Что удалось мне сделать? Это очень чувствительный борец, физически очень сильный. И первые минуты с ним бороться очень тяжело. Алтайская борьба на подъеме, но до лидеров этого спорта нам еще расти и расти. Ведущие регионы традиционно – Кавказ, Осетия, Москва. Вписаться к этой компании хочет не только Алтай, но и Республика Кыргызстан, которые тоже боролись в Барнауле. Одному из киргизских спортсменов дорогу к победе преградил новосибирец. На функциональном уровне он был чуть-чуть лучше меня, поэтому функционалка не хватило, проиграл. Можно сказать, в Кыргызстане соперничество на высшем уровне, поэтому борьба идет наверх. Победители и другие участники соревнований теперь готовятся к российским стартам и чемпионату Сибири. Непростой турнир только зарядил их сражение за медаль. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. У меня на этом все новости. Смотрите нас на 22 кнопке в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире.